Buongiorno, ben arrivati. Raz Strece, меня зовут Давиде, Давиде Корсо. Кто меня не знает, я просто шеф-повар из Боско Кафе. И мы начали до карантина, ну, время карантина. Занимается какие-то рецепты, какие-то тонкости, какие-то советы я могу рассказывать. И сегодня гаспачо делаем. Все, веранда мы открыли. Здесь на пассаже, в гуме. И за такая горячая погода обязательно нужно, наверное, какие-то холодные супа, видимо, гаспачо, салаты и так далее. Меню обновился у нас новые на время карантина. Почти 3 месяца немного мысли зашли. И получается, с вами буду делиться сегодня вот этот рецепт, который находится с болгарский перец обязательно, помидор, чеснок, есть тоже настоящий, если хотите, лук разный, огурцы, есть чищенные, есть не чищенные, да? Базилик, чуть-чуть аромат, что еще нам нужно? Уксус винный. Соль, масло оливковое. Кто-то добавил Уорчестер, мы сегодня всего лишь капли табаско. Я советую вам тоже немного пульпа, пульпа пелати. Есть пелати, а есть пульпа. Пульпа значит это вот эти красивые сливовидные итальянские помидоры, сорт саку. Они получаются резаные. Большинство используют на пицца, да? И тогда делали пиццу и нарезали пилаты, а вот это раз просто пульпа. Пойдем на изготовление. Нужно блендер, стаканчик, можно вот это, как на соус вителлотонато, который на стакан можно сбивается. Ну, для объема можно вот это большой, да, стаканчик. Сотейник или кастрюля. Пойдем на горячий, давайте. Пойдем. Здесь больше места, больше пространства. Там столько, который будем кушать. Ну, смотрите. Нам нужно что? Поставить кипяченую воду, потому что мы сейчас от наших помидоров будем снимать кожу. Для этого нужна кипяченая вода. Советую не соленый, не обязательно. Потому что вот эти корочки, вот эта кожирой, которая остается, и можно сушить на кухне. И будет вам какие-то чипсы, какие-то украшения на ваша паста. Или где вы решите. Нам нужна холодная вода, которая мне получается. Опускаем наши помидоры и охлаждаем быстро. Сейчас покажу процесс. Берем. Слегка. Маленький крестик делаем. И все такие помидоры делаем. Есть вы знаете, сейчас сезон, лето и так далее, есть разные виды помидоров. Почему я выбрал вот эти, как называется, грапполо? Это получается цветки, они так и продаются. Потому что сама масса, сама субстанция наша помидор, она получается плотная. Она, конечно, не такой вкусо, как наша узбекский помидор, сладкий помидор, биф помидор, ну все разные названия, не такой сладко, поэтому нам не нужно, у нас есть все остальные ингредиенты, нам нужно на вот это гаспачо сам субстанция, которая она будет схватиться. Схватиться и делать вот это гуще, вы видите сейчас. Опускаем наш помидор. Когда кипяченая вода, это достаточно вот это, ну, минуту-полтора. На этот процесс мы берем
половина чищенные, половина нечищенные огурцы. Да? Кубики режем. Я взял сегодня тоже лук красный. Можно извлекать это красный лук делать. Можно без, на ваш вкус. Такой кусок. Аккуратно всегда, не режется. Так. Наш лук сегодня давай добавим чуть-чуть. Все равно дает, кроме вкуса, она дает, получается, у нас свет тоже. Почему красный? Поэтому давайте половину добавим, также все кубики. Чеснок. Два зубчика. Базилик. Не стесняйся, очень вкусно. Так. Помидор у нас готово. Надеюсь, они должны получаться. Вот, все, готово. Ну, смотрите. Аккуратно. Почему я сегодня так быстро? Потому что это очень быстро вкусный суп. Главное, главный мой совет, это получается заранее делайте, как я сейчас буду делать. Это я готовлю себе на вечер. Потому что на это время, которое она будет охлаждаться у нас на холодильнике, она будет одноровной массой получается. Вот помидор, да? Кожи снимали, смотрите. Все и просто. Если вы на этот процесс используете вот эти вкусные узбекские помидоры, сладкие, как вы называете, как вам на рынок продается, нужно слегка опускай на водой слегка, и получается быстро ловить, потому что они такие нежные, они получается сразу соус у вас становится. Не кожи они вы не будете убирать. Поэтому. Тем более разница закупка на вот эти, можно стеклянный помидор, да, она чуть-чуть другая. Еще раз, это не обязательно вот это дорогущий помидор, потому что все равно он будет теряться по вкусу, вы не будете чувствовать разницы. Один и второй. И сама масса, вот это наш помидор. Сейчас я покажу, если я нарежу, смотрите. Если вот эта масса, смотрите, какая плотная. Мы можем делать так, и нужно делать так. Также получается лишний сок, семечки снимаем. Нам нужно просто пульпа. И так делим все. Просто. И получается у нас огурцы есть, помидор почти готово, пелати, видимо пульпа есть, лук красный мы добавим, как раз вам покажу, как смотрится вот это яркий свет. Чеснок есть и, конечно, запеченный болгарский перец, запеченный, вы помните в прошлый раз, запекали, наверное, 2,5 часа, но блюдо все равно я вам показал. Вот это болгарский перец, если вы будете хранить дома тоже заготовку, у вас большая семья, держите всегда болгарский перец
Когда дни соустунца есть, у вас будут закуски, оставшие болгарский перец прибиваете на блендер, и у вас есть еще суп. Все. Поэтому. Есть какие-то вопросы, желания, есть какие-то... Вроде бы это все важно. Единственное, кожу снимаем из помидор. Мой совет от Viber, помидор на рынок, это ну, искренне, потому что можно покупать хороший помидор за 500-600 рублей, неважно, это сезон, продается таким. А можно покупать тоже, видимо, стеклянный помидор за, ну сколько, 120. Сам факт, это просто разница у вас не будет, потому что у вас все остальное, ингредиенты, будет балансировать вот эту вкусный суп. А на капрезе, где чувствую сама сливочная моцарелла и помидор, это обязательно нужно иметь хорошо помидор. Так, у нас вроде все есть. Болгарский перец я беру, давайте зайдем на кухню. Так. У нас, как вам сказали, болгарский перец запеченный есть, да? Видите, да, без кожи, как мы делали на прямой эфир. Почему красный, чуть-чуть зелененький, красный еще раз, пелятый? Потому что сама суп гаспачо, она яркий должна быть, яркий, красный. А когда вы будете, сейчас мы будем все через блендер выкладывать, она на вот это движение, она будет светлее. Ну, после несколько, ну, может, минимум это полчаса нужно охраняться на холодильнике. Вот это уксус, немного табаско, пелати, все остальные ингредиенты, они, получается, будут одноровная масса, и вам будет получаться изумительный суп. Поэтому давайте начинаем. Болгарский перец, базилик. Здесь много, все бросим. Я советую, бросаю, получается, огурцы, да, лук поначалу, потому что они должны действительно все перетерты. И получается, если частями добавлю, нам нужно жидкости, да, сейчас. У вас по рецепту, напоминаю, есть 500 грамм томатный. Можно 50 на 50. Свежий и пелатый. Да? Давай сейчас. Будет шумно, но вкусно. Так. Технический проблем? Ничего страшного, у меня отвертка с собой всегда есть. Сейчас проверяем. Так, отвертка была? Посмотрим. Фокус. Смотрите, да? Аромат такой-то изумительный. Это болгарский перец запеченный. Это не должно сырой, он будет, получается, будет водянистый у вас. И получается, вот это кожурой от болгарского перца, она будет мешать вам на зубах. Поэтому, давайте табаско.
Можно без табаско, не нужно. Это просто дает немного пикантности. Кто добавит Уорчестер? Уксус винный. Это обязательно. Но масло оливковое это не надо жалеть. Смотрите, по рецепту, почему я вам написал сахар. Всякое бывает. Уксус не дает кислота. Она получается осеняет вот это водянистые огурцы, лук и так далее, помидор. Осеняется. Бывает помидор, а томатный, бывает пелатый, сахар. Но не обязательно нужно использовать. Я сегодня не буду использовать. Соль это нужно. Без соли это не то. Так, помидор. Бросим, все остальное. Почему я еще раз делал, сразу, получается, вот эта большая масса огурцов, лук и так далее, потому что котел по максимуму перебит. А сейчас мы делаем несколько движений, которые вот этот миксер, он не будет, получается, сильно изменять цвет нашего гаспачо. Когда очень густой, да, если вы смотрите. Ну, свет, наверное, здесь как, не знаю, какая свет по-русски здесь есть, но это не как натуральный, она очень красная. Сейчас еще немного пульпа добавим. И красный получается. У нас красный просто не хватает сейчас. Я специально такие движения делаю, потому что все равно на наша пульпа, на наши помидоры остаются вот эти семечки. Вот эти семечки, они получаются, если до конца перебивается, горочка дает, которые нам не нужны на вот это блюдо. И конечно, будет получаться меняется цвет самого гаспачо. Я сейчас проверяю по соль. Ну, как я вам объяснил, получается, сахар не обязательно. Вам все равно на кухне есть, можно добавить. В принципе, не нужно начинается от сахара, и потом не убираете. Поэтому свежести от нашего уксус. Все. Рецепт это главное, но ваша вкусовой, который все равно и будет отвечать перед столом, играет важную роль. Конечно, лучше чуть-чуть поменьше досолить, чем пересолить, потому не убирается, да? Но должно выкладываться на стол вкусная еда. Так, давай еще раз. Вот. Я вам покажу. Еще раз, вам смотрится чуть-чуть оранжевый, наверное, да? Честно говоря. Ну, поверьте, немного свет. Немного свет. Он обязательно должно стоять на холодильнике на час. Ну, полчаса хорошо, это просто как раз схватит.
Мне не буду издать часть, правильно? Вам покажу, как, как надо оформить. Так. Вот эта густота в колодине, она будет держать. Наоборот, может быть, под края. Под края будет отходить немного сок, который, когда вы достаете, достаете из холодильника, она получается венчик, половник, намешали на вот этот контейнер ваш и перекладывают. Так, что мы можно украшать? Можно с огурцом, да? Вкусно это хорошо, а красиво тоже должно. Почему можно украшать огурцы? Потому что, ну, люди, они понимают, что находится у нас внутри. Вот, огурчики. Что можно еще? Можно пару колечек, лук, или можно тонкий нарезанный и маленький тартарчик, который будет комфортный и удобный. Все на ваше базилик и масло оливка. И что? Пойдем на стол? Все, я сегодня поготовлю. Смотрите, там одно свет, здесь начинается сразу краснее. Поэтому ложка у меня есть. Поэтому простой холодный летний суп, который каждый год, ну, делим на Боску кафе. Вот это, вот этот холодный суп, ну, конечно, может быть, бит испанский. Но по факту это помидор итальянский, масло итальянское, руки итальянские, кухня итальянская. Я считаю, все равно каждый шеф-повар должно иметь свои тонкости и следить за верное приготовление. Ну, мы у себя дома готовим как хотим. Мы имеем право. Наша суп-гаспачо готова. Если вы в течение полтора часа вы будете делать себе вот этот изумительный суп и вечера, около 8:30 достаете, на это время мы живем мясо дожарили, это будет как у вас закуски, это просто будет бомба. Действительно, это очень вкусный суп, смотрите какая. Ну, тем более, здесь можно украшать авокадо, креветки ваши любимые, и камчатский краб, все что угодно, но сама суп должна получаться вкусно, правильно солит, правильно, кожи снимает. Здесь кожи нету, только от огурца. Почему? Потому что все равно она нежная, и когда прибиваю на, поначалу, вместе немного жидкости, это получается, нам дает возможно все остальное осоединяем. Вот это приготовление, это по этапу, пару этапов. Помидор без кожи, болгарский перец готов у вас на холодильне, а еще до прошлой недели. Поэтому я вам желаю приятного аппетита. Приходите ко мне, попробуйте мой гаспачо, сравните на ваше гаспачо. Будем общаться, я очень рад. Вы до сих пор смотрите вот этот рецепт. Ну, встречаемся, либо на Красной площади, либо на Петровском пассаже. Buona giornata a tutti, grazie. E buona preparazione!